Ты же не можешь просто так взять и освободить этого дикаря. Не вмешивайся, хорошо? Да ты с ума сошел. Сейчас я тебе задам. Хочешь проблем? Иди сюда. Пушечное ядро отправило одного из самых упертых капитанов пиратов на морское дно. Инквизиция отыскала ядро и с тех пор берет его с собой в качестве талисмана в каждую большую экспедицию. Надо запомнить. Что это за дерьмо? Ты думаешь, мне нравится, что ты меня лупишь? Не обижайся. Ничего личного. Больше так не делай. Пришло время поменять курс. Есть, капитан. Как ты сюда вошел? Теперь я граблю этот корабль. Оставь свои шуточки. Ты же видишь, что тут произошло. Все наши запасы в море или разбросаны по берегу. В любое время кто-нибудь или что-нибудь может на нас напасть. А я пытаюсь привести в порядок все, что у нас еще осталось. Можно у тебя что-то купить? Даже не знаю. Может быть. Если сделаешь мне одно одолжение. И какое же? Внизу на берегу валяется несколько уцелевших бочек с провиантом. Если принесешь мне хотя бы 6 бочек, у меня будет чем поторговать с тобой. Мы же можем и без бочек договориться. Что скажешь? Ну ладно. У меня еще достаточно товаров. Я могу продать тебе немного. Но на перспективу бочки нам все равно понадобятся. Покажи мне свой товар.